думал... Извините, что? Да? Seguro que no dejas que los asuntos personales interfieran en las cuestiones empresariales. Y lo que quieras, pero el caso es que el año pasado intentó hundirme y no voy a perdonarse. Que habláramos. No es de anoche, declaramos. Es una embustera. No deberías hacerle caso. Estás dejando que se convierta en algo personal. Recapacita y piense en cómo debo verlo yo. Yo sabía que lo arreglaría. Di lo que quieras, pero el caso es que el año pasado intentó vivir y no volver. Gracias. Наверное, вышли во двор. Так. Выдохнули. Ну, сколько тебе? 10. А разве не 9? 10? Не, 9. 10. 9. 10. Что ж, тогда ты заслуживаешь 10 щекоток. Что? Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять. 10. Подожди тут. Да уж, не прошло и года. Да, поздно. Но прости, Ники. Прости. Подойди. Посмотрим на тебя. Ты повзрослел. Ну да. Вот спасибо. Первый день рождения без Лены. Ну и как он? Говорит все еще только со мной. Йоланда сказала, что это у него такой способ защиты. Йоланда? Психолог. Помогает ему. Ничего. Мы ждем. Трудно, но мы справимся. Джекс! Привет. Прости, опоздал. Ну, обнимешь? Ох, как ты вырос. Так, а это что у тебя? О, целитель. Круто. Решилась купить, да? Принеси игрушки, мы пока поговорим. Да, я скоро. Приду. Это так здорово. Ты вернулся. Прошу, скажи мне, что все изменилось. Изменилось. Вы с Джексом. Главное в моей жизни. Я всегда буду заботиться о вас. Как старший брат, да?
Последний раз я был здесь на дне рождения Лены. Джексон ее обожал. Да и все мы. Пропустил все веселье. Дети играли в Мстителя. Того парня из телека, что тачки угоняет. Дай угадаю. Джекс был Мстителем. Не угадал. Все они. Злодеем сделали меня. Ну, я им устроила. Еле справились. Жаль, опоздал. Я бы объяснил. С Ники шутки плохи. Помнишь, вы с мамой болели, но папа сказал, ну что же это за день рождения без торта? Он был просто ужасен. Горелый, кривой. Папа в своем репертуаре. И такого он натворил немало, но все ради семьи. Ха, что-то я много болтаю.